сегодня 14 апреля 2019 года. Насмотревшись видео на ютубе, решил первый раз в жизни приехать в лес, где я собираю осенью подосиновики, поискать сморчки. Вот, зашел на свои места грибные, осенние, и вижу уже один сморчок. Уже два. Это уже удача. Уже три. Этот сухой. Перед этим не было дождей. Вполне возможно, что они начали расти и повысыхали. К сожалению, оказалось. Нет, такие есть. Еще один. Сухой. Еще один. Этот хороший.
прошел участок густого леса. Не встретил ни одного гриба. Вот только, смотрите, подхожу на край, где солнышко как бы выходит, лес на край. Моментально, смотрите, грибов сколько. Там видно, я думаю. Сразу. То есть они предпочитают весеннее солнце. Сморчков обратил внимание. Вот сейчас хожу в месте, где подосиновика осенью полно. Но здесь густой лес, молодой лес, хотя явно был когда-то старый, пеньки есть. Мало света, скорее всего, весной. Здесь сморчки я не встречаю, их нет. Это первое. Второе, обратил внимание. На той стороне я ходил леса, где собирал. Если уже растет трава, то в траве их практически нет. На границе начала травы они есть. И чаще всего растут на вот такой вот земле черной, с листьями, с опавшими старыми. В траве их тоже нет. Обратите на это внимание. Это мой первый в жизни поход за грибами-сморчками. Вот результат за минут 30-40 сбора в лесу, в котором я осенью собираю подосиновики. Результат есть. Удовольствие получено. Свежий воздух, общение с природой. Всем удачи!